Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам про 5100, который очень давно появился в игре и, казалось бы, вроде как устарел и вообще отвратительный уже танчик, но на самом деле я его выкатил, поиграл, и оказывается, что на самом деле все не так. Но об этом чуть позже. Сейчас я хочу вас поблагодарить, что очередной раз вы откликнулись и помогли мне, когда мне что-то необходимо, вы всегда не стоите в стороне, а помогаете. Поломался монитор, пару дней прошло, и практически на него мы уже собрали. На новенький мониторчик. Еще чуть-чуть и все. Это всегда меня мотивировало продолжать заниматься тем, что мне нравится, поскольку у нас такой дружный канал. Спасибо вам за это огромное, дай бог вам здоровья. Также еще расскажу, что хочу в ближайшее время на канале сделать. Хочу сделать видосик для новичков, которые прям вообще новички-новички, ничего вообще не знают про игру и ничего не понимают. Очень давно выпустил гайд для новичков, но он, так сказать, устарел. Нужно сделать более имбовый гайд. Также еще хочется сделать видосик для старичков, которые вроде как нормально играют, но раньше статистика была лучше, а сейчас хуже. Хочется для них сделать видео, чтобы они подстроились под новую игру и статистика у них была на месте, на ту, на которую они играли и которую они заслуживают. Но для этого нужно будет поработать. В каком направлении, расскажу в видео, которое позже сделаю. Ну а теперь, наконец-то, возвращаемся к 5100. Очень старючий танчик. Со своим каким-то таким геймплеем, которого нет нигде. Все это благодаря тому, что в нем собраны такие замечательные качества, как хорошая скорость вперед, отсутствие брони, офигительно долгая перезарядка всего барабана. Также это танчик скорострелом не назовешь, между снарядами в барабане КД-2,7, когда зачастую уже между пульками в барабане КД-2 секунды, здесь все старенькие 2,7. Поэтому быстро раздать барабан не получится, во-первых, КД между снарядами 2,7, а во-вторых, снарядов 6. Пока ты их натыкаешь, пройдет огромное количество времени. Также еще нужно барабан раздавать таким образом, чтобы в ответ в этот момент нам ничего не прилетало. Поскольку танк ватный, большой, пробить его легко, все так и хотят дать выстрел по нашему 5100. Поэтому этот танчик настолько же и простой в набивании урона, настолько же и сложный. Простой он в чем? В том, что вам нужно за бой раздать всего лишь 2-3 нормальных барабана, и все, урона будет много. Но сложный в том, чтобы найти эти 2-3 момента за весь бой, чтобы бесплатно настрелять. Мы должны играть как ниндзя, как привидение, как танк и как игрок, которого нет на поле боя. Вас вообще не должно быть в бою. Враг не должен вас фокусить, вы не должны инициировать атаки. Это не ваша задача. Вы должны играть как игрок, который смотрит сверху на все поле боя и понимать, где можно бесплатно отрезать кусок пирога, забрать его и уехать. Для этого нужно знать карты, прострелы, перекатки, в какой момент эти перекатки нужно зацеливать и где можно стрелять безопасно. Также в какой момент можно разменять наше ХП, поскольку оно есть, можно иногда его отдать, чтобы раздать барабан. Также в некоторые моменты лучше не раздавать барабан до конца, поскольку вы больше отдадите, чем получите, если будете сильно долго стоять в простреле. На фоне вы видите два боя на одной и той же карте. На одной карте я играл более активно, потому что была возможность. На второй карте передо мной на фланге не было союзников, которые бы начинали возню с врагами. Поэтому мне нечего было делать, и полбоя я просто прокатался и простоял. Но это не значит, что в этом бою я уйду ни с чем, ведь это 5100. Я дождался своего момента, и 4500 урона я вынес из боя. Хотя, казалось бы, я весь бой вообще ничего не делал. Но для 5100 нужно всего лишь 2-3 момента за бой реализовать. И этого достаточно. Такого геймплея нету у картошки ни на одном из танчиков. У всех барабаны какие-то то быстрые, то короткие, то быстро перезаряжаются, танки то медленные, то бронированные, то еще какие-то, но на 5100 очень интересный геймплей и не похож ни на один другой. На нем действительно интересно поиграть, чтобы отвлечься от стандартного геймплея
и насладиться чем-то необычным и другим. Также еще не помешает знание уязвимых зон у врага. Не просто куда пробивать, а куда пробивать, чтобы повредить баки, либо двигатель, чтобы враги загорелись, либо знание расположения боеукладки. Советским танчикам и китайским можно в лоб стрелять в левую часть ВЛД-НЛД, там они частенько горят. Под башню они взрываются. Сзади двигатель, который тоже может загореться. Немецкие и американские танки очень часто любят гореть в задницу. У британцев и американцев в НЛД боеукладка. Практически у всех находится, можно туда их спокойно взрывать. Также в задние и передние катки они часто тоже загораются. У советских танков и тоже у многих в затылке башни находится боеукладка. Зная расположение этих замечательных мест, можно время от времени поджигать или взрывать танки. Причем это будет происходить довольно-таки часто, если стрелять в одну и ту же точку, зная, где это находится. Поскольку пока вы раздаете барабан, снарядов много. Во-первых, не все очень быстро нажимают кнопочки, чтобы после первого снаряда починиться. А во-вторых, даже если починился, то следующим снарядом можно опять это сломать, а иногда даже сразу взорвать или поджечь. И если сравнивать геймплей 50-100 и того же самого Т-77, намного легче играть на 50-100, поскольку его геймплей заключается в том, чтобы не участвовать в бою, но участвовать в халявном нанесении урона, когда враги где-то подставляются, либо когда союзник завязывается с врагом в каком-то сражении, мы должны подъехать из-под тишка, раздать барабан и уехать. А вот на остальных барабанщиках приходится меситься весь бой и часто подставляться. На 50-100 часто подставляться не нужно. Нам нужно за бой подставиться 3 раза, и этого будет вполне достаточно. А если получится еще больше, то там уже будет огромная цифра урона. В какой-то момент все вот эти 50-100, 50-120, 50-Б были намного сложнее. У них пушка не так хорошо опускалась. Но в какой-то момент картошечка и МВНчики сделала получше. Что, конечно же, хорошо на нынешних перекопанных картах. Но вот орудие вверх особо не поднимается. Поэтому имейте это в виду. С задранной жопой вверх особо пострелять не получится. Поскольку вы просто не дотянетесь до врага. А вот через бугорок играть вполне себе нормально. Танковать, конечно, башней вы не сможете, она ватная. Да и корпус, в принципе, тоже. Только на 50Б можно лбом корпуса что-то отбивать. И не особо грамотные танкисты иногда 50Б стреляют в НЛД. Это сразу понятно, что какие-то глупые танкисты, поскольку у 50Б лоб корпуса самая прочная часть в танке. А вот башня просто дыра. Как в принципе и у 50-120, и у 50-100. Из этого всего в принципе делаем вывод, что 50-100 замечательный танк. А если он для вас плохой, значит вы просто неправильно на нем играете. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.